Лобовое бронирование танка 100 мм, но имеет рациональные углы наклона брони, что значительно повышает шанс рикошета от противников 6-7 уровня. Просто здесь не показывают именно льготный уровень боев. Понимаете, у вас не может танк льготный не кидать к 6-м. Здоров всем. Здравствуйте. Но не может. Это бред. Семь, восемь. Где ты это нашел, Николай? В чем тогда льготность, если он не может попадать на один, точнее, на два уровня ниже? Ну, то есть он не играет с десятками, но он при этом шестерками не играет. Это не льгот. Это фигня. Называется. Не. Ну, его уровень боев 6-9. Не-не-не, парни, вы мне это... Голову не морочите? Плюс-минус один. Не, вы мне голову не морочите. Не может танк 8 уровня не попадать к 6-м. Голову мне морочить не надо. Он не попадает к 8... к этим десяткам. А к остальным-то он попадает ко всем. Не-не-не. Ну вот, меня за сегодня ни разу не кинуло к шестеркам. За весь стрим, за все 4 часа стрима. Ни разу. Ни одного боя я шестерками не сыграл. Да, парни, вы, если не знаете точно, пожалуйста, не пишите, я вас прошу. А то я знаю, что многие любят додумывать информацию, додумывать. Не знаю на 100% точно. Вот это, конечно, плохо. Вы себя путаете, других путаете. Так, может с этими поиграть? Или так себе идея? 5 альфа не прошла в шотный танк. 2 раза подряд, считай. Я уверен, что это обычная балансная правка, что этот танк ни хрена к 6-м не кидает. Извиняюсь, Тада, просто давно не катал на нем. Скорее всего, не серваках, где народу много кидает к 6, а ты на сервер, где не так много людей. Вот и не кидает. Мне кажется, сервер сменишь и кинет сразу. А я был на серваке, где много людей, и у меня процент побед был 40-45 или сколько.
как мне везет, что он не пробивает. Не хочу больше с ним стреляться. Нет никакого желания. Ну, точнее, желание-то есть. Возможности нет. Опа, хороший труп. Обязательно про уйду. Ой, ну пипец. Как везет, как везет. Что они меня тупо не пробивают. Что, он до сих пор стоит? Нет, не стоит, на удивление. А где он? Сколько у тебя хп? Как можно было так бездарно потерять хп? Нет. Господи, везет пипец. Как не пробил?
Да. Интересный бой. Бро, пожалуйста, не надо за ним ехать, я тебя прошу. Да я за ним спокойно сгоняю. Где Арта? Вот, куда он уехал? Пец. Вартан, спасибо огромное. Ну, очень классный бой. Красава. Привет. Здорово. Спасибо. Не, он берет базу. Да, пофиг уже. Неважно. Охренеть. Так, теперь ваши ставки, сколько мне дали опыта. Сколько опыта? Как вы думаете, ваши ставки? Мои ставки, ну, 2220. Где-то так. 2220. Всего 1800. Да ну, а чё так мало? 7000 урона, 4 фрага. Ладно, ладно.